Трудовые пенсии с 1 ноября повышаются. Соответствующий указ сегодня подписал глава государства. Документом предусматривается перерасчет пенсий в связи с ростом средней зарплаты в стране. В среднем выплаты увеличатся на 5%. Это будет зависеть от стажа работы и заработка за обращение за пенсией, а также начисленных надбавок, повышений и доплат. Указ о перерасчете пенсии коснется более 2,5 миллионов человек.